У вас растет семья, а свободного пространства в квартире все меньше. Или вам надоело смотреть в привычный двор, а может, вы хотите все начать по-новому? Жилой комплекс «Степной» – это 7 девятиэтажных домов, созданных по передовым технологиям. Бесшумные лифты, детская площадка и парковка, современные квартиры по очень выгодным ценам. Жилой комплекс «Степной», когда жизнь становится теплой. 11 микрорайон, улица Шайкенова, 5, офис «Алтентау». Здравствуйте! В эфире «Город сегодня». Накануне Дня столицы актюбинцы готовятся к многочисленным праздничным мероприятиям, которые будут проходить традиционно во всех парках и на всех площадках, уже давно известных нашим горожанам. Но в этом году можно не только посмотреть, как выступают другие, а и самому блеснуть талантом. Городские власти решили привлечь к участию в празднике максимальное количество желающих. Талантов среди актюбинцев всегда было много. Любой праздник сопровождается выступлениями самодеятельных артистов, певцов и танцоров. Даже праздник во дворе при желании можно организовать так, чтобы жители дома поучаствовали в зажигательном концерте. В прошлом году впервые любителей песни пригласили выступить на большой сцене в парке первого президента. Возраст и образование здесь были не важны, хотя определенные требования к участникам, конечно, были. В программе нынешнего праздника объявлен конкурс среди жителей города. 4 июля всех желающих пригласили в Центральный парк. Но вот состоится ли этот песенный фестиваль? Спросим у одного из организаторов в нашей студии, Улжан Кылычбекова. Добрый день, Улжан. Здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня оторвались от репетиции и пришли к нам в студию. Скажите, пожалуйста, как задуман был песенный конкурс в этом году? Песенный конкурс «Астана Арман Кала», он назывался в прошлом году, мы решили его сделать традиционным, ежегодным. В этом году мы тоже решили повториться, но учитывая все недостатки прошлого года, как мы проводили, более на высоком организационном уровне хотим провести. Мы просто однажды сидели, писали годовой план и решили, ну почему бы, все время у нас на сцене выступают профессиональные солисты, певцы, артисты, ну почему бы простому горожанину, который хочет показать свою любовь к главному городу Астаны и попробовать свои певческие таланты на большой сцене. И когда мы дали такое объявление, да, откликнулись люди, конечно, не так много, и они в прошлом году в нашем проекте поучаствовали. Ну, наверное, нужно было как-то специально готовиться, да, к этому участию, хотя бы записать сопровождение, минус так называемый, и принести его с собой. Ну, знаете, дело в том, что простые горожане, которые, ну, умеют петь, красиво поют, они думают, что вот вышел на сцену и спел. А мы просто организаторы знаем, чтобы для зрителей представить интересную программу, для этого большая подготовка нужна. Фактически осталось пара дней. Если вдруг кто-то нас услышал и считает, что он может выступить в парке или показать себя, то он еще успеет подать заявку. Конечно. А куда обратиться? Центральный парк имени первого президента, офис, телефон рабочий 3 7 153. А какие еще мероприятия будут в вашем парке вот именно в субботу, воскресенье, понедельник? Ну, 4-го, если в 8 часов вечера мы хотели, вот, мы планируем провести такой конкурс, а в воскресенье, 5 числа, мы будем проводить флешмоб, будет называться «Жайна Астана». Это проект тоже новый, впервые в нашем городе. Здесь будут участвовать и дети общеобразовательных школ, и дети школы-интерната глухонемых. Это мероприятие называется «Лучшая жестовая песня об Астане». Все дети изучили жестовой язык глухонемых, и песню «Жайна Астана» они будут петь руками. То есть даже ребята из обычных школ, они тоже вместе с ребятами из специализированной школы исполнят эту песню. И знаете, это очень хорошо получится, мы так думаем. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что очень многие горожане придут в воскресенье вечером в Центральный парк имени первого президента и смогут непосредственно вот увидеть и поучаствовать во всех этих мероприятиях. Спасибо вам большое. О том, как наш город готовится отметить день рождения Астаны, вам расскажут и наши коллеги в программе «Твое утро». Мы же желаем вам провести с пользой грядущие выходные.
Генеральный партнер нашего проекта – жилой комплекс «Степной». Новые квартиры с удобной планировкой, собственной парковкой, детской площадкой, огороженной территорией. Все это «Степной». Телефоны для справок 950-333, 960-333. Отличного настроения! Оставайтесь на Первом городском. У вас растет семья, а свободного пространства в квартире все меньше. Или вам надоело смотреть в привычный двор, а может, вы хотите все начать по-новому? Жилой комплекс «Степной» – это 7 девятиэтажных домов, созданных по передовым технологиям. Бесшумные лифты, детская площадка и парковка, современные квартиры по очень выгодным ценам. Жилой комплекс «Степной», когда жизнь становится теплой. 11-й микрорайон, улица Шайкенова, 5, офис «Алтентау».